Алматинцы, которые оставляют машины у своего дома на ночь на платных парковках, возможно, придется платить за них по полному тарифу. В компании «Апаркинг» рассказали, что после отмены адресных справок жильцам стало трудно доказать место своей регистрации. Ведь именно на основании этого документа они получали льготные абонементы и могли оплачивать за стоянку автомобиля всего 1000 тенге в месяц. Речь идет об автолюбителях, которые живут в домах, расположенных возле парковок тротуарного типа. После того, как эти зоны стали платными, жильцы поднимали вопрос о том, что им теперь негде оставлять на ночь свои машины. Оплачивать по общему тарифу 100 тенге час слишком дорого. Тогда было решено ввести для них специальные абонементы стоимостью в 1000 тенге. Для этого автолюбители должны были предоставить адресные справки. После упразднения этой формы возникли сложности. В «Апаркинге» сообщили, что пытаются найти решение. Сегодня эта компания подвела итоги и сообщила о планах на 2020 год. В ТО по-прежнему настаивают на введение дифференцированного тарифа. Парковку в центре Алматы хотят сделать дороже, а на окраинах дешевле. Но последнее слово будет за городским акиматом. Мы рекомендовали, если будет дифференциация, чтобы оно пошагово было, вот как предусмотрено, как из практики, ну, это мировой опыт. Есть 100 тенге, есть 50 тенге, да? Значит, поднимаем на 50 тенге. То есть максимум. Понимаете, 50, да. Опускаемся тоже, да. Есть 100 тенге, есть 50 тенге. Опускаемся на 50 тенге.